Пам-пам. Всем привет. Вы на канале Гараж28. И сегодня просто банальнейшее видео, как пользоваться мышкой на смартфоне. Подобный видеоролик выходил у моего коллеги Пашки на канале Гараж Матроскина. И я решил тоже сделать такой же видеоролик, потому что, во-первых, я и сам как бы хотел проверить эту фишку, и, во-вторых, своей аудитории рассказать, что вот обычную мышку можно использовать, допустим, со смартфоном. Само собой, интерфейсы не совпадают. Это у нас микро-USB, а это у нас USB. И единственное, что нужно, и вообще в хозяйстве нужная вещь, это OTG кабель микро-USB, ну у кого-то может быть Type-C нужен будет, на обычную USB. Втыкаем мышку, включаем смартфон, снимаем с блокировки и подключаем. О, мышка загорелась, и как мы видим, о чудо, мы видим стрелку. 23:30. Это у меня планшет разговаривает. В следующем видеоролике расскажу, как сделать говорящий планшет и что можно сделать, чтобы не выкидывать старые планшеты и телефоны, какую пользу можно из них извлечь. Итак, будем пользоваться не пальцем, а мышкой. Допустим, так, у меня Wi-Fi подключен, запустим YouTube. Пожалуйста, запускается YouTube. Новый взгляд на YouTube, опять очередная реклама. Вау, даже скролл работает. Йоу. Круто, крутишь мышку и перекручиваются ролики. Давайте что-нибудь запустим. Тут в основном все мои ролики, да? Потому что здесь второй канал. Давайте в шорты прыгнем. Интернета, походу, не хватает. А, проведите по экрану. Опа! Мышкой? Можно мышкой перепроводить по экрану. Водохранилище в Лос-Анджелесе. Для чего? Сейчас сделаем потише громкость. Ну, громкость тоже можно вот так регулировать, да, само собой. Протаскиваем. Хоп, следующий ролик. Пауза. Отлично, все работает. Проверим на других девайсах. Друган подогнал планшет. Старый, раздолбанный. Он весь в трещинах. Наверное, так вот не видно, наверное. Трещина, угол вышиблен, боковина вышиблена. Здесь вдребезги все разбито. Здесь аж провалился экран. И, тем не менее, почему-то сенсор целый. Так, подключаем. Так, блокировку снимет? Нет, блокировку не снимет. Так, ну что, где у нас мышка? О, мышка бегает. Хоп. Отлично. Так, Wi-Fi у меня сейчас отключен, поэтому просто проверим. Все работает. А, даже вот так можно, да, в Android. Хоп, провернул мышку и проворачиваются страницы. Повторюсь, я сам эту фишку толком не проверял. Я сейчас, грубо говоря, как и вы, кто не сталкивался с таким, просто первый раз, можно сказать, вижу. Я видел у Пашки на канале, как он просто на смартфоне проверял. А я собрал кучу устройств и решил все это проверить. Ну, куча небольшая, у меня половина устройств, само собой, неисправных. Так, мой основной планшет, точнее сказать, мой старый планшет, который у меня служит, грубо говоря, мультимедиа-проигрывателем в «Москвиче». Так, блин, я уже даже забыл, надоедает, что у всех везде все по-разному. Так, мышка, вот, мышку видно. Где? Вам не видно? Вот она мышка. Так, то же самое, все проворачивается, странички прокручиваются. Так, тут у нас Wi-Fi не подключен. Так, ну, запустим плеер. Хоп, плеер. Сейчас дождемся, пока он загрузится, потому что здесь Android 4.4.2. О, мою рожу в отражении видно. Видно, запустился. Так, запускаем, громкость. Найтвиш, походу. Следующая песня. МТЛ. Следующая песня. Опять МТЛ. Окси. Промотаем. Настроение осень. Шикарно. Пауза. Назад. Отлично. Все, зашибись. Так, а шторку вытащит? И шторку вытаскивает. Нифига себе, вторая шторка вытаскивается. Отлично. Все без пальцев. Точнее сказать, это как шаг назад, но это как возможность, в принципе. Так, единственный затык, с чем у меня этот фокус не получился, это мой старый Android. И мой, по совмещению, самый первый телефон. Сейчас проверим еще раз. И в глаз, да? Так, снимаем блокировку. Где там разъем? И на нем мышка, к сожалению, не работает. Хотя Android той же версии, что и вот на планшете Lenovo 4.4.2. Проверим версии. Так, настройки. Здесь о телефоне, там о планшете. Версия Android. Не видно, да? 4.4.2.
Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Версия андроида 4.4.2. Здесь хорошо видно. Хоп-хоп-хоп. KH. KH. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Андроид 4.4.2. Эй, повернись. Там что-то запустилось. Андроид 4.4.2, пожалуйста. Почему на нем не работает? Возможно, нет поддержки функции OTG. По-моему, такая фишка была. Мы это, кстати, скоро узнаем. Так, пауза. Теперь, для чего еще может потребоваться OTG кабель? Само собой, для флешки. Я понимаю, что существуют вот такие вот флешки, у которых есть микро-USB разъем. Кому надо, могут заказать с Type-C разъемом. Наверное, даже с мини-разъемом существует. Но большинство флешек, допустим, без этой фишки. Да я сейчас найду даже такую флешку. Что у меня, блин, флешек нету. Вот. Просто обычный вербатим, куплен не в Китае. Старая древняя флешка, ей уже, наверное, лет 10. В последнее время она служит установочной флешкой для винды. Надеюсь, у меня винда сюда никуда не накатится. Так, проверяем. Очистка OTG диск. Зачем он нам? Нам его очищать не надо. Так, все закрыть. Нам нужен проводник. Проводник категории. Как и сказал, по сути, я все делаю впервые сейчас. Так, внешняя память. Нет, это не та память, это флешка. Внутренняя память. Не знаю, где на этом планшете отображается флешка. Но, по идее, она должна быть. Возможно, кстати, тоже OTG. Хотя мышка-то работает, да? Сейчас проверим вот на этой флешке. Извлечение OTG диска. Возможно, формат просто не подходит. Не формат, а файловая система. Так, флешка мигает, пытается синхронизироваться. Повреждение OTG диск. Странно. Но, тем не менее, флешка должна работать. Будем сейчас дальше добиваться этого. Возможно, какое-то время на это уйдет. Повреждение OTG диск. Что значит повреждение? OTG диск повреждено. Возможно, потребуется... Нет. Нам не надо ничего удалять. Ладно. Быстрее все не совпадает файловая система. Все-таки старый Android. Версия 4.4.2, как я и сказал. Так. Вот он, кстати, у меня вот в таком формате стоит в машине. Бам-бам-бам-бам. И вот так прекрасно выглядит. Обои подобраны. YouTube. Ну, основные. Вот. Больше даже... Основные иконки все здесь. Половинка машинки вот так выглядывает. Прикольно. Так, теперь насчет дальше OTG. Давайте проверим на следующем планшете. Это у нас... Сейчас скажу, какой Android. Я не помню, повторюсь. Не готовился к видеоролику. Просто тупо все снимается просто на ходу. Тут 7-й Android. Так, проверяем флешку. Да где, блин, все по-разному. Так, вставляем. Флешечка замигала. Файлы. Вот он, USB накопитель. Заходим, пожалуйста. Прошивки для светомузыки, что-то по камерам. Ну, папка Android создалась из-за того, что мы подключились к Android. Еще Arduino папка, AIDA. Все как обычно. То есть содержание флешки я вижу благодаря этому кабелю. Повторюсь, а флешка у меня просто вот такая вот прикольная. Я могу ее вот так использовать. Опять же, она будет работать. Файлы, USB накопитель, вот он, на 32 гига. Хотя сам планшет всего на 8 гигов внутренней памяти. А флешка в 4 раза больше втыкается. Так, проверим на не такой, а на старой флешке. Втыкаем. Ну и в старую флешку он почему-то не подцепляет. Нет, подцепил. Вот, пожалуйста, USB накопитель. И здесь, как видим, Rufus, Update, Source, Programs и прочее. Это 7-я винда. Ладно. Быстрее всего запорол установочную флешку тем, что создались лишние файлы. Так, ну и на более свежем проверим. Здесь у нас, да хрен его знает, какой Android, но это все-таки Xiaomi Redmi 6A, по-моему, или что-то такое. Redmi 6A. Здесь у нас Android H9. О, 9, вон он какой, красавчик. Само собой, он вообще все понимает. Несмотря на то, что 9 Android, сам телефон, конечно, уже морально и физически устарел. Потому что это A-серия, тут всего 2 гига оперативки. Так, что у нас там происходит? Недостаточно памяти, бла-бла-бла-бла-бла. Так, проводник. И как нам попасть на флешку? Так, переткнемся. Флешка мигает. Проблема с накопителем. Отформатировать. Нет, мы не будем ничего форматировать. Съемный накопитель. В общем, если нормально работать с флешкой, то нужно ее подготавливать, само собой, для работы с андроидом. Так, попробуем без OTG кабеля. Проводник. Ну, почему-то не видит. Но, тем не менее, OTG-переходник – вещь очень полезная. Помимо того, что подключить флешку, можно подключить еще и мышку.
Вполне возможно, даже можно подключить USB-клавиатуру, наверное. Кто делал так, возможно. Напишите в комментариях, можно это сделать или нет. Если интересно, в принципе, я могу и с клавиатурой попробовать такой эксперимент. Также есть где-то USB-геймпад. Можно поприкалываться и попробовать USB-геймпад подключить по ТГ-кабелю. Не знаю, что получится, честно говоря. У меня такого опыта не было. Повторюсь, все делается практически на горячую. По сути, как лайф режим. Что принес, то и сразу снимаю. Без всяких сценариев, без всяких дополнительных проб перед съемками и прочим. Так, то есть у нас получается... Так, а Huawei у нас на каком андроиде, я забыл? На 7-м, да? Да. 7-й андроид, 9-й андроид, 4-й андроид и еще один 4-й андроид. Хотел бы показать на больших устройствах. У меня есть еще два аппарата, но они неисправные. Один вместе вот с этим планшетом пришел, тоже друган Костян подогнал. Полностью выхлестнут экран, то есть вообще ничего на нем не видно. Это у нас BQ Axion Plus. Ну, чем больше экран, по сути, получается, тем больше шансов на него попкой своей сесть, да, наверное. Или еще что-то подобное. Он даже весь болтается. По сути, мне вот эти оба планшета были отданы чисто для извлечения аккумуляторов. Потому что аккумуляторы, со слов другана, там вообще шикарные. То есть аппараты, ну, грубо говоря, там 3 лет, наверное, не отходили. И в плане зарядки они тащат. Но в плане экрана до свидания. И еще один телефончик. Он у меня в режиме прошивки. Да, блин. Ну, чтоб тебя завис, что ли. Короче, это Lenovo A6010. И она, короче, глючит. Не может включиться. Надо прошивочки на microSD-карту заливать и перепрошивать. Последний раз он перепрошивался 3 года назад. Сейчас даже попробуем его включить, увидите, что происходит. Вот просто Lenovo, и он будет в этом режиме висеть и висеть и висеть. По сути, на данный момент это кирпич. И он был прошит сначала у меня как какой-то Samsung, потом как какой-то Fly, и последнее время он был прошит у меня как Oppo. Оппа, не помню какой. Само собой, везде разные прошивки. Даже разные андроиды туда закатывались. И до чего добаловался, что, короче, он работал и глюкнул. А мне от него нужно, в принципе, только одно. Чтобы он мог в режиме модема, так как у него есть 4G, мог работать и раздавать интернет здесь. Потому что я не хочу перепрошивать Xiaomi, тем более свой Xiaomi, на который снимаю. И даже вот этот 6A тоже неохота прошивать, хотя можно. Итак, в принципе, вроде все. Вот такая вот фишка. OTG-переходник. Micro-USB на маму USB. Может работать с флешками, с мышками. А что еще есть из USB-девайсов? Само собой, всякие Wi-Fi роутеры, которые нафиг не нужны. Любой телефон и планшет обладают точкой Wi-Fi. Как приемной, так и передающей. Можно туда воткнуть Bluetooth, хотя он тоже нахрен не нужен, потому что в любом Android-устройстве, в любом смартфоне и планшете есть Bluetooth. Ну, кирпичи есть кирпичи. На этом все. Кому видео было полезно или понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на основной канал, лайв-канал, вступайте в нашу группу ВКонтакте, Яндекс.Дзен, ТикТок. Всем спасибо за просмотр. Доп. Материалов не будет, потому что больше сказать нечего. Как и сказал в начале, в ближайшее время будет видеоролик по тому, допустим, что полезного выжать, допустим, из старого телефона. Особо глазастые уже поняли, о чем я. В общем, ждите следующих видеороликов. Нажимайте долбанный колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски на канале. Всем спасибо за просмотр. Как всегда, всем всего самого наилучшего. И всем пока. Пока. Да не будет доп. Материалов. Чего вы сидите, ждете? Типа доп. Материалы. Опа. Блин, всунуть некуда. Опа. Тоже всунуть. Ну, некуда всунуть, блин. Ну, айфон-то куда-нибудь всунется? Некуда. Да и не айфон это, а просто фон китайский. Муляж айфона. Ладно, раз уж доп. Материалы все-таки есть, я вас обманул, да? Ну, и вы все-таки досмотрели, то расскажу, что в ближайшее время будет что-то интересное. А точнее, вот такая фигня. Это светодиодная матрица, индикатор цифровой, ну, может и буквы писать, само собой, и Wi-Fi модуль. Все это будем подготавливать, прошивать, и это будет у нас счетчик, блин, подписчиков. Возможно, он сейчас даже каким-то боком сработает при подаче напряжения. Так, хоп, ну, что-то сектора отваливаются. Так, сброс. Connecting IP User. Тут у нас есть часы, и, по сути,
здесь будет выводиться, наверное, счетчик подписчиков, если получится. По тому, чья будет прошивка, чей будет проект, еще не знаю. Он хорошо шьется по инструкции с канала Mr. Fusion, там автор Серега. Мы с ним общаемся, и вот он делал уже такой счетчик подписчиков, именно вот на таких, в принципе, комплектующих. Предыдущая версия у меня с чуть-чуть меньшим Wi-Fi модулем и с другой матрицей, MAX 7319, или что это у нас, не помню, или 7219. А ни в какую, ни гайверовскими, ни какими-то с других каналов инструкциями ничего не получилось, никакие прошивки не шились, короче, там видно, сам Wi-Fi модуль был битый. Короче, видеоролик выйдет в скором времени, так что подписывайтесь, само собой, и ждите продолжения. Раз уж я заспойлерил, значит, быть этому счетчику. Ну, теперь-то уж точно все. Пока, пока. Надо все убирать и домой топать. Мышку. Надо же додуматься мышки подключать к смартфонам, где все пальцем нажимают. Lenovo. Да, долго в мозге компенсировал. Кстати, садится телефон, да? Нет, не садится. Что за фигня с камерой происходит? Кстати... Возможно, в ближайшее время заменю телефон. Это первое. Во-вторых, самые первые видеоролики снимались вот на этот Huawei. Это у нас Huawei Y5C. Он же Huawei 541 или Y541. Слишком низкий заряд батареи. И вот так вот я снимал. Жесть. С этого начинался канал Garage 28. Вот с этого телефона. Как только появился, грубо говоря, у меня смартфон с камерой, я решил вести блог, так скажем. Потом у меня был вот этот Lenovo A6010. Его мы покупали дочке на день рождения. И почему-то, ну, ребенок есть ребенок. Она не сказала, что он сильно тупит. Как бы она была очень счастлива, что у нее телефон крупнее, чем у батьки. А когда выяснилось все-таки, что телефон вообще реально дичь полная, он вообще лагает жестко. И с ним практически невозможно работать. На тот момент он действительно дорого стоил, что-то в районе 7 или 9 тысяч. В то время, когда я свой чуть ранее брал меньше, чем за 5 тысяч. Здесь уже типа, я даже не помню, скольки пиксельная камера. По-моему, у меня вот здесь 8 мегапикселей было. Здесь что-то типа 12, наверное, и 4 фронталки. Пришлось поменяться, дочке отдал Huawei, потому что он стабильнее работал, несмотря на то, что батарея быстрее высаживалась. А я забрал вот этот Lenovo. И тоже, наверное, добрых полгода, может быть, даже год я с ним отходил и канал продолжал вести на нем. То есть все съемки велись именно с Lenovo. Допустим, те же видеоролики с замедлением, здесь была функция ускоренной записи, то есть, грубо говоря, он записывает 15 секунд, но с частотой не 30, а, допустим, там, может, 120 кадров в секунду. То есть он позволял потом эту, ну, короче, более детально снимать что-то. И можно было это потом на монтаже увеличить по времени. Помимо того, что он замедление делал большое, я еще больше делал замедление. И, допустим, взрыв конденсатора довольно неплохо на него снимался. Я даже не знаю, у нынешнего моего Note 5 есть ли такая функция. Быстрее всего есть. Но я уже этим делом давно не баловался. Ну и после вот этого телефона я уже купил себе Note 5, бывшей супруге тоже взяли Note 5, потом она выклинчила Note 7, а Note 5 ушел уже дочке. И мы на данный момент оба с дочкой гоняем на Xiaomi Redmi Note 5. И в ближайшее время оба обновимся на какие-нибудь Note 11, возможно. Потому что оперативки на данный момент типа 4 гига уже не хватает. Порцы, конечно, все те же Octa, то есть восьмерки, восьмиядерки. Внутренней памяти типа 32 встроенной и 32 флешки, само собой, тоже не хватает. Будем брать, наверное, что-то типа 128 с поддержкой флешки или 256 без поддержки флешки. Короче, само собой, вы все увидите. В общем, все, что хотел рассказать. Да заглюченный Lenovo, блин, рассказал. Памс, памс, памс. Блин, вы все еще здесь? Ну ладно, расскажу, блин. Говорили, в ближайшее время будем распаковывать посылочку. Вот эту вот посылочку. Что в ней, узнаете. Такого товара я еще не заказывал. Говорящий планшет. 0 часов. Вы поняли? 0 часов, полночь. Мне пора домой. А вы все сидите и держите меня здесь. Повторюсь, такой еще распаковки не было. Хотя кто-то по звуку понял что-то.